Мать, ты дурак, что ли? Дай сюда. Дай мой спиннер сюда, я сказал. Володь, ну дай поиграть-то, ну тебе жалко, что ли? Дай спиннер, я сказал, по-хорошему прошу. Володь, ну дай поиграть. Я не дам тебе играть, тебе нельзя играть, мне жена подарила это на удачу, это как талисман. Володь, ну ты же не играешь, не крутишь даже, ну дай мне. Да его крутят конченые долбоебы и мудаки. Потому что это изобретение этих масонов, или как это называется, шестая раса, золотой миллиард, для того, чтобы сознание ваше контролировать вот таких вот конченых, как вы. За 1500 рублей они вот подшипник простой туда вставили. А сколько вас таких по всему шарику-то, по этой потаскушке земле? А из отдела дознания, вон Фролов у нас вот этот, недоношенный, знаешь, за сколько купил? За 5000. Ну он карбоновый. Ну конечно, еще бы. А какой же он еще может быть? Конечно, карбоновый. Ну, это прикольно. Но это же управление, как вы не поймете. Это же наебалово великое, величайшее. Вот так вот стоять и крутить, и все проблемы сюда вот это концентрировать. Они вот тут у тебя крутятся. Ну это просто стресс снимает. Хуес, какой, чего он снимает? Это же, это, понимаешь, что это обман, это иллюзия. Ты стоишь, у тебя хуй не встал, крути подшипник. Да? Это, машина сломалась, крути подшипник. Да нет. Кредит проебал, крути подшипник. Жена не дала, крути подшипник. А когда этого нету, все, пизда, все, у тебя хыть сознание-то, и все, раскольцовочка. Понимаешь? Вон, в Америке ты слышал, что один этот хуепутало, блядь, устроил. Что? Стрелял людей, ёпты, в универмаге, блядь. Почему? Потому что он проебал свой подшипник. Понимаешь? Или вон этот капитан корабля круизного лайнера вот в скалы въебал, блядь, вот этот вот город вот этот вот плавучий. Почему? Почему? Пропал, блядь, подшипник у него. Володь, ну ты даже не пробовал поиграть. Да я не хочу я играть, я прекрасно понимаю, что это такое. Я понял, ну просто вот дай руку. Ну что, ну, вот два пальца. Хватит, ну вот, не хочу, вот, ну два пальца, хоть вот, три, ну вот, и что? Вот. И что? И что? И просто смотри внимательно, просто внимательно смотри и все.